Все, поехали. Так, ну, у нас осталось на самом деле сейчас поговорить о уже более таких адванснутых вещах в Kafka-стримах. То есть мы уже поняли примерно, как устроена Kafka, как устроена технология стримовой обработки, что означает, что у нас... Да, в прошлый раз мы поняли, что такое stateful трансформации, то есть трансформации, которая задействует локальный стейт. Мы поняли, что конкретно Uh, Kafka Streams API применяют uh, RocksDB как базу данных, разработанную специально вот для такой вот узкой uh, задачи, как держать локальный стейт uh, в распределенной системе. И еще мы поняли с вами такую вещь, что uh, не просто uh, как бы каждый воркер uh, держит этот самый RocksDB у себя локально, но еще и каждый воркер отстреливает изменения этой RocksDB каждой таблицы RocksDB в соответствующие change log топики в кавке, которые создаются ли неявным образом. И э, это позволяет нам в случае, когда у нас какой-то воркер с локальным стейтом, да, пропал, э, отвалился из системы, был уничтожен, э, чтобы когда новый свежий воркер пришел чтобы он подхватил работу не от самого начала от царя гороха, да, а от того момента, который был закомичен последний раз предыдущим воркером, включая промежуточный стейт, хранилище, вот, вот этот вот key-value storage, который используется в каких-то подсчетах. Вот эту вот всю магию я объяснил детали, архитектурные детали реализации вот работы с этим стейтом, они могут быть разные у разных систем. Некоторые, я знаю, используют Кассандру для такого key value storage, он является внешним по отношению к воркерам. Вот. Но принцип, он, в принципе, везде, везде одинаков. То есть у нас есть шардирование, у нас есть шардирование по ключам, и вот эта вот идея, что у нас шардирование по потокам и шардирование по ключам в k-value storage, она совпадает. Мы еще вернемся, мы еще посмотрим на эти слайды с, э, с идеей вот Она общая для всех потоковых систем. Теперь немножечко теории про то, что такое таблицы versus стримы. Потому что в ну, в жаргоне, что ли, или в терминологии, когда говорят про потоковую обработку, рано или поздно приходит этот дуализм поток-таблица. Значит, и таблица в, вот, вот, вот в этом контексте – это не то же самое, что таблица в реляционной базе данных или там в K-Value хранилище, потому что когда говорят таблица, у новичка может возникнуть ложное представление, что таблица, угу, значит, это нечто из чего я могу быстро по ключу получить значение. Ну, как бы и да и нет. Давайте разбираться. Значит, вот здесь вот на этой вот знаменитой э, гифке, потому что почему знаменитый? Потому что Майкл Нолл, такой известный архитектор и писатель, значит, имеющий отношение к Кавке, у него есть довольно известный блокпост of streams and tables in Kafka and stream processing. Вот он предложил такую визуализацию. Внизу мы видим поток событий. Ну, то есть представьте себе, у Алисы и у Боба имеются какие-нибудь GPS-трекеры. Эти GPS-трекеры, они в интернет отстреливают положение себя, и, соответственно, мы внизу имеем поток данных. Алиса в Париже, Боб в Сиднее, Алиса в Рим переместилась, Боб переместился в Лиму и так далее. Вот. Пока они отстреливают эти все данные, это получается поток. Но нам нужно некий, некий view, да, некое представление о том, где сейчас в настоящее время находятся люди. И мы можем этот view накапливать путем преобразования с локальным стейтом как показано в верхней части. То есть там возникает некая таблица, у нее есть явные ключи, Алиса и Боб, да, и у нее есть значение в этой таблице. Вот. Но э, в действительности мы э, эту таблицу как бы наполняем дифами вот этими дельточками, которые прилетают с, каждой, э, с каждым изменением потока. И обратно. Из таблицы, вот из этой вот, мы можем сделать обратный поток путем ее как бы дифференцирования. То есть здесь получается аналогия с интегрированием и дифференцированием. Да? То есть, если у нас возникает изменение в таблице, то change log по полной аналогии с тем, как делает вот этот RocksdB, может быть обратно в поток преобразован. Но поинтегрировать мы можем разными способами. Вот, например, здесь нас интересует не текущее положение э, пользователя, а количество мест, которые он посетил. Вот, то есть количество, вот, сколько он отстрелялся. Да? Вот 2, Боб 2, потом Алиса 3, Боб 2. И здесь э, уже ту э, тоже таблицу можно превратить в поток. Но э, обратно из таблицы исходный поток уже не вернуть. Здесь получается такая немножко хромая аналогия, хромая, но интересная аналогия из знаменитой книги Мартина Клепана «Designing Data Intensive Applications», она же книжка с кабанчиком, известная многим. Кто знает про книжку с кабанчиком, кто, может быть, ее читал? Я наслышан, но не читал. Так, понятно, наслышан, но не читал. Сейчас, Data Intensive Applications. Вот, э, вот эта книга, как бы, она является вообще must-read. Ну, то есть вы тут изучаете типа high load, то есть Data Intensive Applications, и в принципе, но мне кажется, что хороший университетский курс по настоящей там, а не сборная солянка, которая там от бедности делается в вашем случае, вот он бы должен бы э, целый семестр просто штудировать эту книгу от корки до корки и тогда может быть что-нибудь там получилось бы какие-нибудь инженеры вот но во всяком случае вы можете компенсировать э, недостаток знаний через эту книгу она просто великолепная она еще написана живым языком там еще картинки интересные без шуток там интересные картинки, которые просто клево изучать. вот. И вообще Мартин большой молодец. То есть это вот такая мастрит маст книга, вот. И их, их две книга с кабаном и книга с камбалой. Вот про, про данные. Вот другая это про устройство баз данных с камбалой, а это вот с кабаном про про устройство приложений. Вот, так вот, в этой и то есть, ну просто, просто рекомендую, просто горячо рекомендую как бы эту книгу приобрести и когда-нибудь прочитать. Вы сразу же свой профессионализм увеличите там на порядок. Теперь в этой книге есть вот буквально вот эта вот формула, которая говорит, вот как бы state это как бы определенный интеграл, да, от t равное нулю до текущего положения вещей, просуммировано, просуммированный поток. А стрим — это как бы дифференциал, как бы производная от этого стейта. И я думаю, что вы уже понимаете, как бы достаточно я вам показал этих гифок, что вы понимаете, что это так. Где здесь аналогия хромает? Аналогия хромает в том, что в математике первообразная является, обладает больше информацией, чем производная, правда ведь? Потому что как бы первообразная содержит константу, как мы помним, и вообще всегда как бы подифференцировав первообразную, мы получаем производную, но из производной вот эту первообразную там надо константу прибавлять. А здесь все наоборот, потеря данных происходит при интегрировании. Вот здесь вот Сидней и Рим мы совсем-совсем потеряли в этот момент. Видите, и уже мы его не воз... дифференцированием не вернем. А в этот момент мы потеряли что? Мы потеряли количество изменений. То есть вот как бы мы здесь видим картинку, как она есть сейчас, но количество изменений потеряно. То есть на самом деле это хромая аналогия в том смысле, что интегрирование здесь приводит к потере, к потере информации. Вот, но эта аналогия, тем не менее, имеет право на существование в том смысле, что вот эта формула, известная, значит, я думаю, физтехом, она верна. Потому что иногда я читаю этот курс людям без хорошего высшего образования. Они не знают эту формулу. Но вы-то, я думаю, знаете. Вам не надо объяснять. Значит, в каком смысле она верна? Если здесь умножение – это join, а сложение – это merge, то, ну, как бы, и взятие производной, это как бы взятие, ну, как, change log, да, то эта штука работает именно так, как она работает в дифференцировании произведения. Значит, давайте попробуем понять. Вот у нас имеется некая сущность, ну, допустим, люди, персоналии. И у этих персоналей э, имеются какие-то меняющиеся сущности. Ну, допустим, адрес и телефон. И у нас есть поток изменений. То есть у Вася такой был адрес, потом там у Васи секой стал адрес, у Маши стал такой адрес, у Пети такой адрес, у Васи опять третий адрес какой-то поменялся. То есть поток изменений адресов Васинок. Допустим, это вот тейбл-один. Э, а в каком смысле тейбл 1? В каком смысле мы сейчас говорим тейбл? Потому что мы можем себе представить таблицу, где ключом являются имена, а значением являются адреса. Правда ведь? И э, э, поток изменений, он важен нам, но в конечном счете нам, нам важно текущее состояние. Да? То есть какой адрес сейчас у конкретного пользователя. А здесь, допустим, телефон, то же самое, ключи одинаковые, Вася, Петя, Маша, но телефоны там могут быть разными. Значит, а нам нужно получить таблицу, которая из себя представляет имя, адрес и телефон, то есть join двух таблиц, join таблицы имя-адрес и join таблицы имя-телефон. Значит, что, что, что здесь символизируют красные квадратики вот эти вот? Это значит, что имя здесь и имя здесь совпало, вот тут вот, да, Вася и Вася, вот, и как бы мы в пересечении join получили некий результат. Теперь себе представим, что у нас поменялся адрес у некой там Маши, и теперь нам надо получить поток... Ну, переправить как бы это изменение в поток изменений с Джойниной таблицы. Что нам необходимо сделать? У нее поменялся адрес. Нам надо залукапить ее текущий телефон, правильно? То есть тот, который ее актуальный. Смержить новый адрес с текущим телефоном и получить изменения. То есть как бы вот он у штрих в откуда берется. То есть это изменение адреса, это текущий телефон. Мы должны смержить и э, как бы выпустить в поток. Если же там у, у Кати поменялся телефон, но остался адрес, то тогда нам надо взять, э, значит, изменение Катиного телефона, в штрих, смержить с ее текущим адресом, вернее, не смержить, а сжонить и смержить с тем потоком. И все это превратится в поток изменений э, гипотетической таблицы, которая в себе содержит имя, адрес и телефон вместе. Понятно ли я сейчас объяснил? Или э, взрыв мозга, ничего не понятно? Можно еще раз, пожалуйста. Ага, окей, еще раз. Значит, смотрите, еще раз, и, наверное, надо сказать, что понятно ли, что вот в этой вот аналогии стрим обладает больше информации, а интегрирование, оно теряет информацию. Это понятно, да. Круто. Значит, у нас как бы потоки, они являются источником правды, источником истины. И на самом деле в потоковых приложениях мы работаем с потоками. Вот. А таблицы это так, такие снапшоты, которыми мы можем пожертвовать. Теперь... Сейчас, а, то есть, поток это типа как. Change log, да? Да, это и есть change log. Вот. И вот, вот в данном случае вот этот вот поток, он является ну, как бы логом, вообще изначальным логом. То есть он как бы single source of truth. Это то, на чем, на чем я делал акцент еще в самой первой лекции, что в нашей архитектуре очень важно, что какой-то есть входящий поток, который иммутабельный, что мы туда все записали изменения, вот, и мы как бы его не трогаем, и мы только дописываем в конец. И вот если у нас такая вот фигня есть, то мы можем такое представление получить, такое представление получить. Но главное, что как бы источником правды у нас всегда является поток. Поэтому, ну как, надо перестроить мозги и работать вместо как бы таблиц с потоками. Теперь мы, значит, вот как бы сделав вот эту вот аналогию, мы переходим от здесь. Я сейчас хочу объяснить джойны. Значит, представьте, что у нас есть поток первый, который, в котором отстреливают каждый пользователь изменения своего адреса, допустим, ну какой-то характеристики а, там или рост и веса, ну рост вес тоже хорошая хорошая аналогия. То есть, то есть у нас отстреливают там рост, там не знаю температуру. А во втором потоке те же самые ребята у нас отстреливают другой показатель вес. Теперь нам необходимо где-то собрать таблицу, в которой было бы айдишник, температура, масса. Айдишник, температура, масса. Айдишник, температура, масса. Но так как мы работаем с огромными, с гигантскими данными, эта таблица сама по себе, она никуда не вмещается. Ее тоже придется шардировать, там что-то делать. То есть предположим, что у нас данных вот настолько дохрена, что как бы одна машина не может ее собрать и мы бы хотели получить change-log этой таблицы. То есть некий поток, мы, мы умеем, как бы, грубо говоря, кавка у нас умеет справляться с любыми потоками. Поэтому вместо таблицы, которая в себе содержит ID-шник, вес и массу, сделаем change-log этой таблицы. Можем ли мы собрать change-log этой таблицы из двух входящих потоков? Оказывается, что можем вот по этой формуле. И это означает следующее, что если как бы у нас у некоего айдишника поменялась масса, то мы можем посмотреть сделать, но где-то мы можем залукапить, где-то вот в актуальном вот в RocksDB у нас хранятся айдишники и температуры, да? Мы можем посмотреть для новой массы какая у нее текущая температура и получить change log для гипотетической вот этой вот таблицы, что Значит, айдишник А имеет новую массу и неизменившуюся температуру. Если у нас поменялась температура, то мы изменение температуры джойним с текущей массой, которая есть. И в этот change пишем, что вот теперь у айдишника B новая температура и вот такая текущая масса, потому что она не поменялась. Потому что мы как бы сходили и залукапились значит, теку текущее ее состояние. То есть получается, что для того, чтобы реализовать топологию джойна, тейбл-тейбл джойна, нам нужно два локальных хранилища и вот эта вот join операция, которая, собственно, у нас с первого с первого источника у нас сейчас приходит изменение. Она смотрит, лукапит на втором источнике и переносит в синк. Со второго источника пришло изменение, она лукапит с первым источником, с первым вот, local storm и переводит в синк. Вот. Что мы здесь, как бы, почему это называется table-table join? Потому что семантически вот эти вот наши U и V, как бы это таблицы, да, но мы работаем с change-логами таблиц. То есть мы можем умозрительно себе представить, что где-то эти в идеальном мире, да, платоновских идей эти таблицы существуют, хотя на самом деле эти таблицы могут быть настолько гигантскими, что в одну машину они не умещаются и, допустим, там локаль... локально эту таблицу никак не собрать, может быть только на какой-то распределенной системе можно собрать уже эту таблицу, а локально ее не соберешь на одной машине. Вот. Сейчас давайте я напишу некоторый код. И может быть станет совсем понятно, как, чего мы хотим добиться и как, как это происходит. А, мы вернемся в наше демо. Мы вернемся в наша дема. Значит, что мы хотим а, продолжить, как бы вот, работу с нашими ставками матчами и с прочими историями. А, в прошлый раз мы научились считать плечи. То есть мы научились считать, что вот идет там Кипр-Бельгия, вот если Бельгия выиграет, то сколько мы денег должны забашлять своим игрокам в качестве их выигрышей. Да? И плечо – это всегда риск для этого оператора, беттера, да? для букмекера, и они за плечами следят. Но, в принципе… Мы радуемся и потираем руки, если произошло следующее, если в матче был какой-то фаворит и все делали ставки на этого фаворита, а темная лошадка выходит вперед, на нее никто не ставил, и вот в результате вот тут в этот момент, значит, букмекеры-то и потирают руки, и на этом как бы их выигрыши строятся, то есть все равно сейчас фаворит-то бывший не выиграет. Поэтому нам важно видеть не только плечо, но вместе с плечом нам надо, надо важно видеть текущий счет матча. Кто на самом деле выиграл. Поэтому а, нам надо сопоставить исход, плечо и текущий счет. И это надо все заджойнить, представить в одной таблице где-то. Давайте попробуем это сделать. А, а значит, а, из бед топика мы получаем знакомый нам уже очень хорошо формат. Да, то есть какой человек на какой матч, что поставил на какой исход. Тоталс uh, мы уже как бы тоже умеем, умеем делать, uh, значит, uh, то есть одним из многочисленных способов, значит, ну, вернее, сначала мы получаем uh, просто потенциальный выигрыш, да, то есть здесь у нас исход, uh, здесь вместо Х может быть А или Д, я напоминаю, а здесь уже как бы потенциальный выигрыш. Вот. Uh, то есть с этим понятно. Uh, еще у нас имеется скор, то есть uh, некий топик, в который отстреливаются забитие голов. И здесь у нас уже ключом является матч. Вот. Видите, здесь Key, Germany Belgium. А вот здесь вот Key, видите, Germany Belgium H. То есть ключи-то разные. Сейчас мы с этим что-то будем делать. И здесь вот имеется скор 1-0. И нам хотелось бы. Uh, как бы поджойнить, ну и по, по, посуммировать, uh, значит, uh, результаты. Вот, да, вот тут, -тут уже, э, э, здесь уже агрегированный результат, потому что у нас имеется здесь агрегейт, и мы здесь в одном месте делаем и мап, как бы и агрегейт, то есть здесь уже агрегированное плечо, а здесь у нас э, пока только э, счет матча. И нам хотелось бы сджойнить, но мы пока не знаем, как джойнить э, в ситуации, когда первичные ключи, вот здесь вот Germany-Belgium, а здесь Germany-Belgium-H, когда они разные. То есть их надо сделать одинаковыми. А для того, чтобы их сделать одинаковыми, у нас э, есть возможность ну, сделать, например, flat map. То есть э, пришел счет 1-0, и мы можем его превратить в два события. Uh, Germany, Belgium, H и Germany, Belgium, A. Дро я сейчас ничью, я сейчас умышленно пропускаю в этом. Uh, и uh, здесь value – это event score. То есть flatmap, команда flatmap, как вы знаете, она превращает одно событие в несколько событий. Вот. И э, в данном случае она превращает его в, в несколько. И здесь в конце концов э, мы просто извлекаем скор. То есть ивент score, он себя представляет вот здесь вот 1-0, 2, -0, 2 -1 и так далее. То есть получили более часто происходящие события. И теперь мы можем взять и превратить, и, 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 поджойнить, значит, эти два потока. Но прежде чем их поджойнить, нам необходимо вот этот вот скорс превратить в таблицу. И вот здесь вот видите, есть такой метод to table. То есть, когда мы говорим to table, мы говорим, что на самом деле то, что вы видите сейчас, вот этот вот поток, он является, семантически является ченжлогом некой таблицы. То есть это можно представить как ChangeLog некой таблицы. Не всякий, не всякий стрим можно себе представить как ChangeLog некой таблицы. Но если как бы мы можем себе это представить, то мы говорим, что давайте превратим его в ту table. To table потребует нам неких материализаторов, потому что нам ну, понадобится репортишн топик, где-то поэтому ему нужны материализаторы, но еще интересно то, что а, вместо типа castStream, с которыми мы работали до сих пор, видите, здесь castStream, у нас здесь возникает тип kTable. И вот а, у kTable появляется много дополнительных методов, в частности, метод join. И, наконец, а, в финале мы, а, значит, тоталзы джойним с тейбл-скорами. Join означает join по ключу, то есть один ключ со вторым ключом. И э, сюда мы передаем лямбду, которая соединяет два значения. Первое значение имеет тип total, то есть это попросту long. Видите, это long. А вот это вот event-score, э, он имеет тип score. А score это 0, 0, 1, 1 и так далее. Вот, давайте мы эту штуку запустим и посмотрим, что она нам покажет. Она нам выдаст некую, некую топологию, во-первых. И, во-вторых, она нам выдаст некую картинку. Вот. Пока я вам говорил, у меня был запущен уже эмулятор забития голов, поэтому в наших матчах абсолютно нереалистичный счет 158-138. Но неважно. Важно то, что голы там быстро забиваются. И вот мы видим э, здесь картинку, когда у нас имеется way home, счета, э, они одинаковые, естественно, потому что мы использовали flat map, и меняющиеся плечи. То есть вот это уже табличка, которая интересна, э, интересна букмекеру. Мы видим, что здесь э, пропущен D, и ясно, что он пропущен, потому что хотя люди ставят на D, на Draw, э, в другом потоке, который в себе содержит Home и Away, события Draw нет. Да? А Join, он как бы соединяет только, только те события, которые были вот по первичному ключу. Но мы можем поступить следующим образом. Так, замолкнем. Мы можем сказать вместо join, сказать left join. И тогда, что мы увидим тогда, ваше предположение? Язык SQL знаете? Смотрите, когда мы заменили join на left join, счетов-то нету, поэтому у нас здесь null. А плечи у нас есть, плечи у нас растут. И здесь аналогия join и left join такая же, как в языке SQL для транзакционных баз данных, когда у нас select откуда-то inner join, select откуда-то left join. Вот вопрос, с транзакционными базами работали, с SQL, знаете, там join -ы? или нет, или это для вас новая вообще концепция? Нет, знаем, было. Было, было, да. Отлично, отлично. То есть вам наверняка объясняли, как писать SQL-запросы, наверняка вам объясняли, как писать join-запросы. И в обычном SQL-языке там тоже есть такая штука, как left-join. То есть если вам нужно присоединить, допустим, к человеку его адрес, но при этом для... у некоторых человек адреса отсутствуют Вот если вы сделаете inner-join, то тогда в вашем вы... выдаче будут только люди с адресами. Но если вам нужны все люди, неважно, есть у него адрес или нет, Uh, но вам нужен человек, а если нет адреса, вам нужен null, no, допустим, да, тогда вы вместо inner join используете left join. И здесь та же самая та же самая терминология и та же самая тем семантика. И вообще, мы вступили на почву похожести SQL -а и uh, методов потоковой обработки, и как бы из этой почвы, как бы на этой почве вырастает такая технология, которая называется KSQL KSQL люди сделали такой SQL-подобный язык, ну, на самом деле это и есть SQL, чтобы писать запросы к стримам, не к таблицам, а к стримам. Но только в отличие от реляционной базы данных, которая работает на актуальных таблицах, делает запросы и выдает вам тоже актуальный какой-то результат. Стримовые запросы, они работают по мере прихода данных. То есть вы сказали, select мне что-то, там, допустим, select better where gender равно female. И она вам будет не сразу все выдавать, она вам будет выдавать по мере регистрации в системе там, female better, что является, кстати говоря, признаком возможного фрода. Потому что обычно как бы, портрет тех, кто пользуется букмекерами, он известен. Это мужики порядка 40 лет. Это вот их аудитория. Поэтому что-то выпадающее отсюда, это, возможно, кто-то под чужим паспортом что-то пытается сделать. Вот. И э, по мере регистрации таких, это будет всего лишь select, where, да, будут вам отстреливаться события э, в соответствующий топик. Сделать join. Э, опять же, Select с join но это будет на самом деле топик, который будет себе э, содержать ChangeLog для гипотетической таблицы, которая в себе вот это вот все содержит. То, что мы видим здесь, это уже результат как бы вот снапшота, видение последних данных. Вот и это у нас а да давайте посмотрим теперь топологию нам обязательно надо посмотреть на топологию чтобы убедиться Упс. давай 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 так чтобы убедиться что вот эти вот два бочонка которые я вам показывал они работают но еще мы запомним как эта топология здесь выглядит так сейчас секундочку Кострим Так. Идем сюда. Вставляем сюда. И получаем вот такую картинку. Эти картинки надо уметь читать. То есть я постоянно делаю на этом акцент, потому что если вы не обращаете внимания на эти картинки, вы можете сделать, выстроить себе много в, в части перформанса. Значит, что у нас здесь, что у нас здесь происходит? Мы получили event score. Мы здесь сделали flat map, map values и фильтр. И вот видите, из-за того, что мы здесь сделали flat map, мы поменяли ключи. То есть вместо Cypress Belgium ключ стал Cypress Belgium A. Это значит, что этот ключ имеет другой хэш. Это значит, что он попадает в другую партицию. Это значит, что потенциально другой воркер должен его обрабатывать. Поэтому здесь у нас возник репартишен топик. Вот тут вот то, про что, то, что я объяснял на прошлой лекции. Значит, дальше у нас здесь возник агрегат некое агрегатное состояние, которое значит себе содержит плечо сумму, и она служит первым бочонком. А второй бочонок — это вот э, э, состояние счета текущего счета в матче. Теперь, когда меняется, э, э, да, и вот заметьте, что э, Kafka Streams в этой версии достаточно умны, чтобы понять, что для того, чтобы сделать вот этот вот join бочонок агрегата вполне, до... вполне годится для того, чтобы служить одним из двух бочонков, требующихся для joina. То есть это оптимизация, которая была сделана ну, как бы планировщиком, создателем вот этой, вот этой вот топологии. И, соответственно, теперь, когда меняется плечо какое-то, мы делаем для какого-то матча, поменялось плечо, мы для Джойна смотрим, а какой у этого матча сейчас счет? Угу, 3-2, окей, взяли 3-2, взяли плечо, от, отстреляли сюда. Когда меняется счет, стало 3-3. Мы смотрим, окей, счет 3-3. А какой у этого матча у нас сейчас э, плечо? 100 тысяч. Значит, 3-3, 100 тысяч по пошло сюда. Э, вот, вот, как, бы это, как это работает. Давайте сохраним эту вкладку браузера для того, чтобы увидеть, э, значит, не, вот, э, ну как, топологию, да, Directed iCyclic Graph. И посмотрим, а можем ли мы решить эту задачу другим способом. Кавка стрима. Оказывается, можем. И для этого есть. Сейчас я остановлю это. Сейчас я остановлю это. И для этого у нас, оказывается, есть facility, который называется Foreign key join. Так, но чтобы показать Foreign Key Join, я сейчас переключусь на презентацию, которую изначально нарисовал не я, а нарисовал Джон Рослер, мой знакомый из компании Confluent, который делает кавку и кавка стримы. Вот он автор очень многих вещей в кавка Значит, и посмотрим, чего мы хотим добиться. Смотрите, мы могли бы Заджойниться, хотеть заджойниться следующим образом. Вот если, если пойти вот нашу топологию, вот здесь вот на входе у нас, видите, здесь ключ Germany Belgium H, но вот здесь вот есть из него. Мы можем извлечь ведь матч. Вот он Germany Belgium, он даже есть в виде некоего поля в нашей системе. А не проще ли взять и сказать? Давайте джойниться со стримом, с, со счетами, там, где есть счет матча, ключом которого является вот этот тот Germany Belgium. На самом деле в обычном SQL, который транзакт SQL, вы так и делаете. Вы пишете table A, inner join table B. И дальше вы пишете а какое-то поле равно B какому-полю. то полю. И вот какое-то поле оно не обязательно в случае А и в случае Б является первичным ключом. То есть это может быть некое поле таблицы А является первичным ключом таблицы Б. Это вот join по foreign ключу. Но до сих пор и до какой-то версии Kafka стримов, у нас был возможен только Equidjoin. Equi join когда у нас по первичному ключу, просто по ключу записи происходил join. Почему э, как бы, это важно? Это связано с партицированием. Потому что как бы, когда у нас имеется много данных, вот, допустим, у нас ключ значение ключ значение ключ значения, да? мы знаем, что они разваливаются на партиции, и, допустим, вот ключ А и С, они идут в партицию 0, а ключи B и D идут в партицию 1, и они обрабатываются каждой своей партицией. И, соответственно, каждый воркер отвечает за свои партиции. Теперь, если у нас имеется вот этот equidjoint с одинаковыми ключами, то есть нам надо циферки проассоциировать с греческими буковками. А, так как циферки и греческие буковки, они попадают, а, у них одни и те же ключи, и эти одни и те же ключи попадают в одни и те же партиции, то мы имеем примерно такую вот картинку. Да? А9, С4, А6, вот они попадают в нулевую. Здесь тоже попадают А, С, А. И так как здесь А и здесь А, здесь С и здесь С, то мы можем соединить и получить join на этом воркере. Цифра и греческая буква. Здесь мы можем соединить цифры и греческие буквы на второй партиции, то есть эффект копартицирования, о котором я вам говорил. Потому что они локально находятся на одном воркере. Супер. А как нам быть, если мы хотим foreign key join, то есть которые работают уже так? От буквы латинской идет цифра, от цифры идет греческая буква. Это foreign key join. С обычным партицированием эта история не работает, потому что у нас э, как бы, ну вот, латинские буквы разбежались по партициям. Но цифры разбегутся по совсем другим партициям. Как мы их соберем? Никак не получается. Поэтому нужно что-то придумывать и решением стандартным в Kafka стримах всегда является, ну давайте мы забабахаем еще имплисит топиков и устроим более крупную топологию. А вот, значит, каким образом да, это все может происходить, да, то есть здесь, здесь вот, кстати, показана ситуация, что у нас разлетелись как бы буквы по своим партициям, цифры по своим и нет никакой возможности их собрать воедино. Для того, чтобы это собирать воедино, вводятся два дополнительных служебных топика. Subscribe топик и Update топик. И, значит, это работает следующим образом. Если мы хотим с джойница, у нас прилетает, да, и в Subscribe топики и в Update топики происходит перестановка между ключом и значением. То есть, если у нас вот имеется некий топик, в котором ключом являлось А, а значением 9, то вот в Subscribe топики у нас уже ключом является 9 а значением является а. Соответственно, если мы подписываемся на такой топик для foreign ключа, то у нас здесь уже ключи совпадают, и мы можем делать equity join. Правильно? То есть вот у нас прилетело новое b9, да, уже b имеет значение 9. Значит, subscription полетел 9b, вот он сюда пришел, здесь... Мы можем оказаться на воркере, который обрабатывает девяточку, то есть должен ее джойнить с альфой, и с джойнив ее с альфой, у нас появляется как бы B, который проассоциирован с альфой. И этот апдейт летит сюда, и он уже попадает, попадает здесь. Если у нас поменялась, поменялась вот эта вот foring-часть, то в subscribe-топик ничего не летит, и мы можем посмотреть все проассоциированные значения с девяткой, это будет a и b, и у нас уже два значения как бы отстреляются в update-топик и попадут в результат джойна. Вот, собственно говоря, вся, вся хитрость, достаточно хитрая, Uh, вот для того, чтобы делать foreign, foreign key join. Uh, здесь есть некая опасность, которая заключается в том, что uh, если мы посмотрим, как это делается с помощью API, то мы увидим сейчас Java, Java Configuration, Topology Configuration. Uh, то мы увидим, что мы используем вообще тот же самый метод join, но только некий его overload. Uh, uh, сейчас мы можем download sources сделать, чтобы да. Uh, значит, uh, смотрите, uh, сейчас это я где какой нахожусь конфигурации. Это я нахожусь в foreign key конфигурации. Значит, смотрите, давайте заново промотаем эту историю. С бетами понятно, значит, как получить total value, понятно. Теперь нам хочется... Так... А, да, то есть мы здесь получили, смотрите, мы здесь получили в этом, на этом этапе не просто лонговое значение, как мы раньше получали, Germany Belgium H, а здесь вот плечо. Но мы получили некое value, которое из себя представляет э, пару матч и э, плечо. И вот нам бы теперь хотелось, вот извлекая из этого тотала матч, э, сжойнить его э, с ключом э, event score, то есть откуда получить score. Поэтому мы выбираем метод join, его overloaded варианте, который говорит, что uh, this is a foreign key join. И в этом foreign key join второй, uh, вторым параметром является foreign key extractor, то есть некая лямбдочка, которая нам говорит, а что, uh, а что же является foreign ключом в нашем, uh, в нашем объекте, который мы хотим поджойнить с объектом из другого потока, и это у нас get match. То есть вот, вот он наш total, вот у него есть match, вот у него есть total. Соответственно, мы этот матч извлекаем, и будем его матчить с ключом, с ключом уже второго потока, который мы никак не преобразуем. Не делаем там никаких флетмепов, ничего такого. Видите, мы его event scores просто берем из eventScore score топика. Правда, мы использовали метод table. То есть э, в Kafka стримах обычно мы говорим э, streams builder, stream из какого-то топика, допустим, фу. Мы можем сказать его to table, а мы можем сказать э, StreamsBuilder. Э, сейчас секундочку. А мы можем сказать builder table из топика фу. И это то же самое. То есть вот это и вот это суть то же самое, только как бы мы сказали, что мы взяли некий поток, но мы считаем, что это таблица для того, чтобы пользоваться джойнами. Вот. То есть здесь мы ничего не сделали э, с входящим потоком. И здесь мы воспользовались всего лишь одной операцией джойна. Вот. И давайте мы запустим теперь это. Называется это у нас tablesfk join. Давайте его запустим и посмотрим будет у нас работать. И самое интересное, какую топологию он нам создаст. Так, давай, давай, давай. Так. Давай, получай свои партиции, начинай работать. Мы видим, что эта штука работает. И визуально она выглядит так. Конкарит, ну ладно, хрен с ним сколько-то она поработала. Вот, а, значит, мы видим, что эта штука у нас работает. Мы видим, что а, работает она точно так же, как предыдущая версия. А, вот, а, Что-то такое-то надо посмотреть, пофиксить, но меня интересует сейчас топология, которую мы хотим извлечь и завизуализировать. Даже ничего не визуализируя, уже понятно. А, так, ой, нет, давайте-ка я скопирую сначала вот это вот. Ой, блин. Да. Сейчас журнал. Мне нужна эта вкладка. Так, а, давайте вот это вот. А, а, мы потеряли там топологию. Ладно, придется заново ее пересоздать. А, так, делаем здесь копии. Делаем здесь ставку. И видим страшное. Ну, во всяком случае, мы видим здесь subscription registration. Мы здесь видим subscription. Это те два топика, которые я вам показывал в презентации Джона, которые нужны для нужны для Foreign значит мы здесь видим агрегат потому что от агрегата мы никуда не ушли и он как бы должен работать здесь и здесь еще какой-то state стор для получения чего-то я хочу обратить внимание что на этой диаграмме каждый бочонок на самом деле тянет за собой еще топик change log топик потому что каждый local store в, в этом нашем rocksdb он еще и changelog тянет за собой. То есть здесь у нас топик, здесь repartition топик, здесь у нас топик и здесь у нас топик. Сравните это с предыдущим версией конфигурации. Сейчас я напишу table join. Просто запущу ее, чтобы собрать конфигурацию и завизуализировать ее. Делает она то же самое, но если мы завизуализируем конфигурацию, то мы получим вот такую картину сейчас эти субтопологии у нас всего две так э, так опс то есть у нас имеется здесь сколько э, сколько у нас здесь топиков служебных раз два три здесь у нас сколько топиков служебных раз два три четыре на один топик больше к чему я вам все это показываю и рассказываю? Да, но мало того, что здесь на один топик больше, здесь, конечно, даже визуально видно, насколько, насколько здесь... Ну, на самом деле, их еще можно посчитать, эти ноды, может быть, их не, не настолько, но кажется, здесь этих нод тоже больше внутри. Но не ноды страшны, страшны топики, потому что каждый топик в «Кавке» — это что? Это надо нам сообщение сериализовать, послать по сети в «Кавку», сохранить в «Кавке», послать по сети и из кавки десериализовать. То есть здесь основной лэг, основная вот latency, оно здесь происходит. Поэтому чем больше у вас этих промежуточных топиков будет, тем медленнее будет вся эта конструкция у вас работать, обрабатывать сообщения. Значит, при этом количество кода, которое мы здесь видим, оно значительно меньше, и код является более идиоматичным, потому что мы здесь используем join. Но мы используем foreign key join, и как бы кода мало. Какой из этого вывод? Обычно программисты стремятся писать меньше кода, потому что если типа, мы воспользовались стандартными методами библиотеки, библиотека уже отвечает за то, чтобы все сделать для нас хорошо. И типа, меньше кода, меньше пространства для ошибки. В принципе, это работает в большинстве случаев. Но когда мы говорим вот про эту вот обработку больших данных и про такие фреймворки типа Kafka Streams, тут мы уже ходим по очень тонкому и опасному краешку, который заключается в том, что все равно вы должны понимать все происходящее подноготное, все, что происходит под капотом. И вы очень легко коротким идиоматичным кодом можете сделать субоптимальное решение некоторое. Оно будет работать, но оно будет работать в разы медленнее того, чего вы могли бы добиться, чуть более хитрым ход, кодом, просто за счет того, что вы понимаете, что происходит под капотом и что именно вам нужно. Вот, поэтому вот еще раз посмотрите на это, да, всего два, два бочоночка, и здесь этот бочонок переиспользован, и посмотрите вот на этого монстра, который получился из нашего короткого идиоматичного кода. Здесь, конечно, можно сказать следующее, что мысль разработчиков Kafka стримов, она тоже на месте не стоит, и они уже занимаются там оптимизациями и топологий, и они в какой-то момент могут стать настолько умными, что проанализировав как бы ваши выводы, могут понять, что нужно вам на самом деле, и как-то попытаться э, сократить, потому что Uh, ну, я еще помню как бы времена, когда Kafka стримы были недостаточно умными для того, чтобы понять, что на самом деле вот этим вот там бочонком можно, его можно переиспользовать, потому что это тоже самая информация. Вот, возможно, в какой-то момент они станут умными, и конкретно вот этот вот пример, он превратится в некий более простой план исполнения. Здесь процесс точно такой же, как с базами данных реляционными, которые постоянно подвергаются оптимизации и там вот уже куча времени и мозгов колочено в то, чтобы планы исполнения были бы оптимальными, какой бы дебильный исколь запрос вы не написали. Но Kafka Streams и вообще стримовые приложения – это технология более молодая, и как бы планы исполнения отвечать вам вот здесь вот. Поэтому просто знайте и умейте их визуализировать. Так, это все, что я хотел вам рассказать про по части джойнов. А, так, про Copartitions я вам показывал в прошлый раз, но это вот еще одна визуализация как бы foreign key join, какие они прекрасные или ужасные в Kafka стримах бывают. Так, маленькая логическая пауза, но так как мы в онлайне, перерыв мы делать не будем, и сразу перейдем к следующему топику, топику про время. И на этом мы и закончим. А да, есть вот такой вот Kafka Streams DSL documentation. Интересно, если щелкнуть на эту картиночку, то что мы здесь увидим? Да, мы здесь увидим устаревшую картинку. Когда-нибудь, когда мне будет совсем нечем заняться, я эту картинку перерисую и им пошлю, чтобы она была новая, потому что в ней не отражена вот эта вот синяя стрелочка от у table. Но на самом деле, если мы откроем изображение, оно очень крупное, его можно вот так вот увеличить, побраузить и посмотреть. На самом деле главным упущением этой картинки является то, что здесь не отражен метод toTable, то есть мы можем перегонять объект и в стрим, и в table, как нам душе угодно. А еще здесь стрелочками отмечены методы, которые есть на, строках, на, на, на стримах простите, и на таблицах в uh, Kafka стрим то есть я думаю, что в этот момент вы уже поняли, что k-table здесь про, более правильным было бы сказать это k-table log stream, но просто используется k-table. То есть семантика и вот такая же, как у стрима. Просто мы говорим, что это change-log какой-то таблицы. Ну вот. Смотрите, как интересно. У нас... Uh, есть K-table, и я до сих пор вам показал, uh, ну, я вам уже показал, как из стрима делать таблицу, да, понятно, что из таблицы можно сделать стрим, я вам показал джойны всякие, да, join, left join, outer join, вот здесь вот написано table, table joins, но он windowed. Можно делать. И мы уже uh, в подробностях изучили, как это делается. Кроме того, я вам показал вот это вот, uh, group, by, group by key, Uh, который получается в групп стрим, и вот после групп стрим можно делать aggregate count reduce. Тут уже написано can be windowed or non-windowed. До сих пор про окна я вам ничего не говорил, и поэтому мы делали non-windowed operations на самом деле. И после count и reduce у нас получается некий key table, то есть на самом деле change log некой таблицы, некоего uh, агрегатного состояния. Да? Вот, агрегированного состояния, простите. А вот, Uh, и тут есть еще методы, которые мы не рассматривали. Например, джойны между стримами. И вот здесь вот написано, что stream-stream-joints-window-it и stream-table-joints-non-window-it. И возникает вопрос, что это за окна такие, зачем они нужны и, uh, в общем, что они нам дают. Почему вот stream-table-joins, а не non windowed table table-table-joins non windowed а уже stream-stream-joins windowed? Окна эти связаны с ä, понятием времени, и зачем они нужны, нам, нам иллюстрирует ä, следующая картинка. Значит, с table table join мы разобрались. Для того, чтобы делать table-table-join, нам необходимо иметь два бочоночка, да, как мы их видим вот здесь вот, да, вот они два бочоночка, которые в себе держат как бы актуальное состояние таблицы. Но, опять же, здесь вам надо включать воображение, поэтому если кто-то до сих пор не понимает, что этот бочоночек на самом деле шардирован по воркерам, я это лишь напомню. Да? То есть на самом деле здесь данные хранятся не в одном бочоночке, а в n бочоночках, которые разбиты по шардам, по, по ключам. Поэтому здесь потенциально может храниться дофига всего, что не умещается на одном ворке. Вот. Но э, как бы с этим-то понятно. А вот как быть э, ситуацией стрим-тейбл? стрим uh, – штука бесконечная, потенциально бесконечная. И если uh, бочонок, как бы вот этот вот, он может быть здоровым, но благодаря шардированию а мы можем выбрать достаточное количество воркеров, чтобы хранить его весь, ну, допустим, информацию обо всех IoT-устройствах в мире. Их много, но их конечное число Поэтому мы там, поняв, что их сколько-то миллиардов, можем прикинуть, понять, сколько нам поставить серверов, и, значит, как бы поделив и все эти миллиарды хранить в распределенной таблице. И главное, что их количество, оно либо не растет, либо растет достаточно медленно. Да? То есть мы выбрали с неким запасом, мы представляем, сколько их появляется каждый день в мире, и мы можем как бы вот такие вот таблицы считать более-менее стабильными стабильного размера. То же самое с людьми, там людей в мире там, конечно прирастает, но не так быстро прирастает, поэтому можем считать, что любой любой справочник людей он стабилен по размеру, он просто физически ограничен чем-то. Соответственно, есть вторая же история э, здесь, что здесь нужен change log, change log topic представляет себе компактный топик в кавке. Uh, мы можем выбрать ретеншн для этого топика достаточно большой, чтобы хранить его весь, потому что так как он компактифицируется, он старые данные выбрасываются, остаются только свежие. И опять же, так как у нас имеется N кавка uh, брокеров, мы можем представить себе размер каждого брокера для того, чтобы хранить весь его, весь этот бочонок. Но если мы говорим о стрим-тейбл-джойне, стрим в бочонок мы уложить не можем. Мы можем уложить бочонок компакт стрим, Но в общем смысле, в общем как бы, ну да, стрим. В общем смысле мы в бочонок уложить не можем, потому что это некий поток, который там, может быть, прирастает очень быстро каждый день, и мы должны там буквально каждую неделю там завозить в наш дата-центр новые новые э, компьютеры, чтобы умещать весь стрим. И мы не ставим своей задачей как бы хранить стрим целиком. Что же может как бы из себя представлять стрим table join? А он может из себя представлять следующее. Non-windowed stream table join. Он может представлять из себя следующее. Идет поток, допустим, заказов от людей. А, или там, не знаю, поток геолокации людей. И мы не можем всю эту геолокацию хранить целиком. Мы э хотим по ID шнику человека вы вычленить там его имя или телефон, или имейл. У нас есть поток большой геолокации. Когда у нас приходит изменение, мы делаем лукап только с имейлом, и мы получаем поток с джойниной геолокация, человек и его имейл путем лукапа. Если имейл поменялся, то мы технически не имеем возможности пробежаться сюда до бесконечности, потому что вот эта вот штука, она убегает куда-то туда далеко-далеко. Мы просто забиваем на эту ситуацию. То есть просто семантика нашего join, stream table join, non-window такова, что если поменялся email, то мы не будем обновлять те события, которые уже пришли. Просто новые будут приходить с новым email, а старые будут со старым email. Ничего не поменяется. Иногда нас это такое вполне устраивает. Но иногда не очень устраивает. Правда ведь? И э, нам бы хотелось поменять. Но в этом случае мы можем пойти на компромисс и ограничиться каким-то окошком. Сказав, что если у нас поменялся email, то давайте все события, которые пришли за последний час обновятся и придут с новым имейлом. Те, которые были больше часа назад, извините, мы не удерживаем, как бы это действительно поток данных, которые как бы мы не, не, можем весь сохранить и обработать, мы обработаем только последний час. И вот это вот окно в час, это и есть windowed Stream Table Join. У нас может быть Stream Stream Join. То есть когда у нас и здесь поток идет бесконечный, и там поток идет бесконечный, мы тоже можем хотеть их джойнить. Что это? Это могут быть события разнонаправленные, но как бы происходящие примерно в одинаковое время. Это вот все, что связано с аналитикой кликов, аналитикой поведения пользователей на сайтах. То есть у нас есть поток, например, показа рекламы человека, у нас есть поток, не знаю, каких-то заходов на сайт, делания ставок, покупки каких-то трат. То есть поток показа рекламы, то есть вот этому Васе там с его айдишником 42 была показана эта реклама и, допустим, мы ждем, закинули удочку в течение часа, мы ждем, что он на нее клюнет. Если он в течение часа после показа зашел и клюнул, это будет другой поток, где тоже будет Вася, где будет как бы его клик и так далее. Но мы должны Васю здесь и Васю там соединить, но соединить в течение часа. Если больше часа, окей, мы не знаем. Он, скорее всего, он не видел эту рекламу или забил на нее. Да? Это вот оконный стрим-стрим-джойн. То есть теперь, когда Uh, как бы вот здесь вот написано windowed, not windowed, вы понимаете, откуда эти окна берутся. Эти окна берутся из ограничений того, что uh, если как бы таблицы мы можем воспринимать как change log некой ограниченной table, да, как change log некой ограниченной таблицы, что гипотеза такая, что если мы храним его в компакты топики, то этот топик в общем-то не растет в размерах, и можно выбрать retention, который будет держать его целиком, это гипотеза, mm -hmm. да, то относительно стримов в общем смысле мы не строим такой гипотезы. Наоборот, для нас это такой бронзбойд, который фигачит данные, и мы можем только маленькое окошко актуальное держать и обрабатывать его похожим на таблицу образом. Вот стрим-стрим window join в рамках этого окошка будет работать как таблица. чтобы понять, как оно работает, и чтобы написать свой простенький, свое простенькое приложение, которое использует оконные джойны, мы его напишем, и у вас будет домашки тоже задачка написать некий оконный джойн, но совершенно по аналогии того, что напишем мы, нам надо немножечко понять, каким образом работа со временем идет в локальном стейте Kafka стримов. А идет она следующим образом. Если мы залезем глубоко, глубоко в исходники Kafka стримов, мы там mm -hmm. вот напоримся вот на такой простенький метод, который называется toStore Binary key, который говорит, что вот мы создаем ключ, в нем есть еще штамп времени и еще sequential number, ну, то есть если и ключ и штамп времени совпадет, то у нас есть еще sequential number, чтобы его дедуплицировать и, пожалуйста, преврати его в набор байтов, которые потом отправятся в RocksDB. Здесь происходит интересное, значит, тупое, но интересное. Оно просто сериализованный ключ, набор байтов сначала записывает, потом записывает штамп времени, потом записывает sequential number и превращает его в байты, которые потом служат ключом в RocksDB. Что же происходит дальше? RocksDB, набор байтов, служащий ему ключом, она сортирует лексикографически. Это значит, что э, все э, данные, относящиеся к тому же к одному и тому же ключу, но за один и тот же э, штамп времени, они будут лежать рядышком в RocksDB, они будут лежать отдельным блоком и они будут отсортированы по этому штампу времени. Да? То есть Вася там в 8 утра, Вася в 8.10, Вася в 8.15, Вася в 8.20, Петя в 8, Петя в 8.10 и так далее. И так далее. Вот. А что нам это позволяет делать? Нам это позволяет быстро вычленить информацию по Васе в определенный момент времени. И нам это позволяет быстро удалить в информацию по Васе в определенный момент времени. Так как это ROXDB, так как это как бы навига навигабл мапа, а не хэшмапа, то э, что делал Вася в 8 часов, мы тоже можем быстро узнать, э, потому что у нас в 7.59 приходило обновление, да, потому что мы можем сказать, а что делал Вася в 8. Угу. Приходим сюда, делаем бинарный поиск по дереву, прилетаем и видим, что ближайшее обновление было в 7.59, и мы узнаем, что Вася делал в 8 утра благодаря этому как бы весь этот механизм, весь вся эта машинерия работает. Значит, теперь э, э, пример, который мы хотим посмотреть. Да, кстати, сколько у нас времени формально остается? 12.10. Отлично. Как раз ровно, ровно столько мне и надо. Значит, э, на этой картинке товарищ, который пришел с планшетом своим на футбольный матч. И он делает лайв ставки. И он хочет сделать следующее: он знает, что все системы работают с некоторой задержкой, и букмекерские в том числе. Он хочет пропихнуть ставку на забитие гола в момент, когда мяч уже в воротах, он это видит на матче, сидя на матче. Но в системе коэффициенты еще не поменялись. И для него это выгодный момент, чтобы пропустить, пропихнуть эту ставку. Но буквально он этого не сделает, и вы не пытайтесь, потому что все лайв ставки они принимаются с лагом. На самом деле, если вы будете играть, что я вам не советую, значит, как человек, работавший на букмекерах несколько лет, если вы будете играть, да, то он будет ваши ставки принимать с задержкой там, секунд на 6, на 8 и это прописано в правилах. И даже более того, там, когда вы делаете лайв ставку вы можете выбрать некую стратегию. То есть, если вы сделали ставку, а коэффициент упал, то вы можете отказаться от нее. Это, это нормально, как бы считается, fair. Вот. Ну так вот, но нам важно таких типов попробовать вычислить. То есть, что происходит? Игрок делает выгодную ставку. И он это делает в подозрительно близкий момент времени с забитием гола. Вот тут нам понадобится стрим стрим Для того, чтобы подключать оконные операции, нам необходимо извлекать время. И здесь вопрос времени он в распределенных системах, как вы, наверное, знаете, это вопрос очень тонкий. Потому что мы не можем просто взять, посмотреть на часики в процессе обработки сказать, угу, время такое-то. Потому что событие, которое было когда-то сформировано, прошло там через наши топики, она с каким-то лагом успела промариноваться и рассчитывать на то, что лаг этот маленький. Для каких-то, может быть, для какой-то бизнес-логики, может быть, это и ок, но для вот спортивной логики, где счет идет на миллисекунды, это совсем не ок. Поэтому мы можем считать так, что давайте временем ставки мы считаем время, когда запрос от пользователя пришел на сервер приема ставок. Время гола мы считаем временем, ну, это время гола, это как бы от нас система, когда она будет нам отплевывать голы, она прям будет говорить время гола. И также мы будем расщ... ну, как бы рассчитывать на то, что часы сервера, который принимает ставки и часы вот этих вот судей, которые отплевывают нам голы, они синхронизированы. Мы можем на это рассчитывать, потому что да, в хороших серверах время синхронизировано по НТП, но мы понимаем, что это там да, на десятки миллисекунд, а может быть даже на сотни миллисекунд разница может быть. А может как бы разница быть и больше, если рассинхрон произошел. Вот, так что это время, это дело тонкое. Но для нашей бизнес-логики важно извлекать таймштемп из самого сообщения, а никак не из текущих часов. Так, Windows. Как мы это делаем? Мы это делаем путем, как бы сразу получая, сразу получая, как бы информацию стрима из топика. Вот мы здесь можем передавать не только сериализаторы. Сериализаторы это обязательная часть. Но мы еще здесь можем передавать, видите, timestamp экстрактор. Это некая лямдочка или некий объект, который получая запись из нее извлекает штамп времени. Вот здесь вот мы просто вызываем метод getTimestamp. Вот на этом вот классе, класс бета, он уже имеет timestamp. То есть в, нашем, в нашей легенде этот timestamp содержится в самом сообщении. Вот. То же самое здесь. Когда мы берем event скоры, мы их передаем в сериализаторы, и также мы берем timestamp, как поле самого из поля самого сообщения. То есть мы подсказали Kafka стримал, что является штампом времени для этого и для этого, и в результате мы можем делать мы можем делать некие, некие оконные операции. Значит, какую хитрую здесь мы проделаем процедуру? Значит, мы хотим сопоставить ставки, и выгодные ставки с выгодным голом. То есть, грубо говоря, если у нас в вот матче Германии-Бельгия забила Германия, то выгодно делать ставку на Германию в этот момент. Да? То есть, какая команда забивает, та типа и получает преимущество. Поэтому нам необходимо оттрансформировать поток голов в поток выгодных ставок. Ну и здесь для этого мы используем трансформеры с предыдущего примера с локальным стейтом, которые действуют так: берется берется счет текущий из локального стейта берется предыдущий счет, мы сравниваем предыдущий счет с текущим, понимаем, какая команда сейчас забила понимая, какая команда сейчас забила, мы делаем такой best bet. Best bet – это гипотетическая ставка. Вот в ней better 0, но в ней есть event. И в ней есть как бы аутком, который… То есть если, допустим, забила Германия, то тогда best bet является ставка на победу Германии. Если забила Бельгия, то best bet является ставка на победу Бельгии. И в нашей конфигурации, значит, после этой трансформации у нас получается вот такой вот поток. Germany-Belgium, а здесь ставка, но это не реальная ставка, сделанная человеком, это гипотетический best bet на исход. Но теперь мы видим следующее, что здесь у нас реальные ставки Germany-Belgium-H с реальным Джоном До, который поставил 100 кровных долларов, и гипотетические ставки Germany-Belgium-H, которые обладают неким штампом времени. И все, что нам остается, это сделать uh, join bets join winning bets. Но так как и bets и winning bets являются каст-стримами, то система нам нас попросит задать окно, да, и мы хотим сказать, что это ставка, которая сделана в пределах секунды до забития гола, вот она для нас является подозрительной. И мы это э, как бы формулируем вот так вот. Join Windows of duration of seconds one before duration zero. И мы после join -а мы делаем некий builder. То есть здесь у нас bet, здесь у нас winning bet, и мы хотим составить из, этого, из этой парочки fraud, то есть потенциальный fraud, в котором прописать имя, фамилию подозреваемого, на что он ставил, какое, какое количество, на какой матч, с какой, каким коэффициентом, и главное лак. Вот лак это интересно, да? То есть лак между забитием гола и э, сделанной ставкой. Давайте мы запустим этот наш Windows. И посмотрим, как это будет происходить. Теперь вывод будет в, просто в. Вот сначала это большой вывод, потому что он обрабатывает от царя гороха здесь информацию. Потом он э, замедлится и он будет выводить по одному. Но он будет выводить по одному в реальном времени. То есть на самом деле, вот видите, вот сейчас некая и Волш на матче Турция-Молдова сидит и поставила на Турцию с лагом 21 миллисекунда. Э, я хочу, чтобы вы посмотрели на вот эти вот меняющиеся циферки, вам стало бы страшно. Страшно в каком смысле? Мы в реальном времени потенциально следим за действиями пользователей, отфильтровываем их по очень сложному алгоритму и выводим ровно те действия, которые произошли сейчас, которые мы этому алгоритму удовлетворяют. Ну, на самом деле это очень и очень ну, как идет в разрез вот с пониманием, старого понимания privacy, да, человека, когда он что-то делает, и если там за ним сейчас не наблюдают буквально, то можно сказать, что он это делает in private, да? что он проходит через, не знаю, через турникеты в метро, да? вот. а тут потоковая обработка тут же распознает его лицо, поставляет с какой-то базой данных, и опа, внизу этого человека уже ждут там милиционеры. Поэтому там название Кавка, оно, в общем, не случайно такое. Она несколько приближает нас к кавкианскому миру. Но с точки зрения букмекера, эта вещь, как бы вот этот запрос, который мы сейчас показываем, он делает очень полезную работу. Да? Он в реальном времени показывает нам, на что обратить внимание, какие потенциально фродюлент события сейчас могут происходить. Естественно, само по себе вот это вот построение сложной логики, оно очень сложно, его сделать не тестируя, трудно понять, как бы правильно мы сделали или нет, сложно. Поэтому я напоминаю, что у нас имеется тест, и давайте я вам напоследок покажу еще тест при помощи топологии тест-драйвера это как раз-таки очень хорошо тестируется. Потому что если мы пойдем вот в этот топологии configuration, у нас вот есть duration before, а какие у нас еще есть варианты? У нас есть after, у нас есть grace. И, в общем, не очень понятно, да, то есть можно читать документацию и думать, нужен ли нам before или after, и не так понять в результате, потому что объяснения, конечно, путанные но можно просто взять и затестировать, то есть взять и предположить некий, некий набор данных, что вот у нас имеется Алиса и Боб, вот они делали такие ставки, и вот на матче Турки и Молдова Турция забила в текущее время, вот допустим Current, это вот Current Time Millis, и Боб сделал ставку за 100 миллисекунд на Турцию. И вот это вот ставка Фродюленд, и мы хотим проверить, что вот, вот этот вот фродс, вот Боба на Торке Молдова, вот он и есть Фродюленд. Давайте запустим, убедимся, что он работает быстро и что он зеленый. Значит, сейчас... Ну, тут, конечно, ему некоторое время нужно на то, чтобы раскочегариться, но я просто обращаю внимание, что хотя тут есть вот с пятью секундами какая-то логика в действительности, никакого ожидания, то есть как можно подумать, что э, значит, тест, который предполагает окно в 5 секунд, должен длиться 5 секунд. Ничего подобного. Да? Тест работает с актуальными данными, так же, как и Kafka Streams, они работают с актуальными данными. И когда мы говорим, данные попадают в окно, не попадают в окно, это не то, что кто-то с секундомером там сидит и смотрит, там 5 секунд он прошел или нет. Нет. Мы просто идем в RocksDB, вычленяем соответствующий диапазон первичных ключей. Если это диапазон первичных ключей попало, значит мы с этим работаем. Если оно не попало, значит не попало и оно не попадает в окно. И вот этот вот near Bets Found он как раз показывает э, те самые ну для, для нас он показывает да, что из четырех ставок три являются не fraudulent, одна fraudulent в нашем понимании. Мы это хорошо протестировали и мы можем быть уверенными в том, что наша бизнес логика работает нормально и хорошо. В завершение я должен сказать, что как бы, а что вот с накапливающимися данными в RocksDB, вы можете сказать, там же они накапливаются, кладутся с штампами, что с ними происходит? С ними происходит примерно то же самое, что с топиками, когда происходит overflow по retention, но только retention RocksDB, он там свой и он настраивается. По, по дефолту это одни сутки. То есть вот если данные... Про уже лежат сутки как бы в RocksDB, они отбрасываются. Поэтому вот эти вот все окна в кавке, кавка стримах, они как правило меньше суток делаются. Ну, вы можете, конечно, сами по-своему все настроить и делать по-своему. Но как бы это показывает примерно вот свитспот, который вам нужен. Обычно вы хотите делать какую-то корреляцию с кликами пользователей в сети, с какими-то действиями пользователей в системе, и там счет идет, ну, на минуты максимум на часы, но никак не на сутки. Да? А если это бетер, то это еще и секунды. Пожалуй, это все, что я хотел вам рассказать про мир кавка стримов. В завершении я не могу не сослаться еще на книжку с Кабанчиком, потому что в ней э, есть последняя глава, которая говорит про этику создания систем э, Data Intensive Applications, потому что даже вот тот маленький пример, который я вам показал, он показывает на самом деле гигантские возможности слежки при помощи стриминговых э, систем в реальном времени, да, массовые слежки за людьми, вычленение тех, из общей толпы, которые там работают по каким-то алгоритмам. Что это может быть во благо, во благо может быть и во вред. И ну, мне кажется, современному разработчику, современному инженеру надо об этом задумываться. И в той же самой книжке про дизайнинг Data Intensive Applications там есть целая глава про это, которая уделяется такое же внимание, как и всем прочим техническим очень важным главам. Поэтому еще один повод как бы на эту книжку сослаться и вам ее порекомендовать. Вот, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Видео будет опубликовано. У вас есть все для того, чтобы сделать домашку. Спасибо. Вот. А еще раз, насчет того, когда она появится, стоит тегнуть в чатике Олега, да? Да, это коллегу. Угу, угу. Там, пусть Олег тегнет меня, но как бы это я ему делегирую. Все, счастливо. Хорошо, спасибо большое. До свидания. До свидания.